Здорово, это Шамшурин, это видео о том, как начать наконец-то знакомиться с красивыми девушками и понять, что бояться здесь нечего, ребят. Значит, смотрите, я специально под Новый год делал свою новогоднюю распродажу курсов, тренингов и книг для того, чтобы вы могли использовать праздники для практики. Вот. И специально мои коллеги и помощники обзванивали потом большинство из тех, кто приобрел эти курсы, для того, чтобы узнать, чем мы можем помочь, как внедрить с тем и так далее, какие есть вопросы. С чем я столкнулся? С тем, что большинство из этих людей, 95%, так ничего и не сделали, хотя пошел уже почти месяц. И мы специально давали для этого праздники, потому что праздники — это то время, когда кругом куча девушек, во всех ресторанах и кафе они сидят просто там пачками, не знаю, по несколько штук. То есть все люди как-то не обременены ничем, у всех какое-то общее праздничное настроение, все гуляют, все на расслабоне, и вот это как раз, наверное, самое лучшее время, когда нужно общаться, знакомиться, создавать семьи, заводить отношения и так далее. Но почему-то, якобы почему-то, хотя мне уже понятно, эти люди так ничего и не сделали. Они сделали, они не открыли, они говорят: некогда было, мы праздновали, или там где-то пока не до этого было, мы вот-вот собираемся. Они привыкли, а они, это вы, это ты в частности, обманывать самого себя, самого близкого себе человека. Это просто преступление, по-другому это не назовешь. И многие годами смотрят мои курсы, мои видео на канале, но так ничего и не делают. В лучшем случае, может быть, там одно-два упражнения, привет и привет, комплимент. И то в таком количестве, что этого количества недостаточно, чтобы тебя отпустило. То есть прям вот-вот-вот начнет отпускать, и тебе становится комфортнее, 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 и ты уже будешь получать положительный отклик от женщин. Как в этот момент ты останавливаешься, не дойдя прям полшага до туда, разворачиваешься и решил себя пожалеть или сэкономить силы. В этом вся проблема. И те девушки, которые сидят в кафе, которые смотрят и ждут, когда же ты с ними сам познакомишься, или ходят по улице, гуляют где-то в парке, в торговом центре, на катке, они, может быть, и с радостью сами бы это сделали, но у них есть определенные моменты биологические, у них есть страхи, то есть страхи есть не только у тебя, еще и у них. Самый большой страх и серьезный для женщины в этом случае – это страх показаться легко доступной. Поэтому она не хотела бы сама проявлять инициативу, может быть, она бы и хотела бы мозгом, но природа ее создала так. И получается, у нее страх показаться легко доступной, у тебя страх получить отказ от женщины, что тебя пошлют, что тебя проигнорируют, что тебя не примут. Страх быть непринятым женщиной – это очень серьезная штука, о которых, кстати, женщины не знают, потому что они этого никогда не чувствовали. Вот и получается, получается какой-то клуб боящихся людей. Но ты мужчина, ты кузнец своего счастья, ты тот, кто должен сам себе в первую очередь должен обеспечить достойную, комфортную, классную жизнь, которую ты хочешь. Эта жизнь никак не ассоциируется у меня без наличия рядом твоей любимой женщины либо женщин для секса. То есть как бы, как ты живешь без секса вообще, как у тебя это получается? Некоторые это делают по несколько месяцев, даже по несколько лет. Тебе не кажется, что если вселенная, природа, мир, Бог, не знаю, кто угодно, создали женщин, значит, эти женщины для тебя? Если в мире есть что-то хорошее, оно должно принадлежать тебе. Как ты можешь ходить, смотреть на это и ничего с этим не делать? И есть, конечно же, сейчас, причем все больше и больше, определенного плана умников, в кавычках, которые находят себе своих героев и гуру, которые ноют, возмущаются: почему я должен? Да ничего ты не должен. Можешь сидеть дома вообще, включить свою порнуху и продолжать думать, что ты ничего никому не должен. Ты себе в первую очередь что-то должен. Ты себе должен сделать себя счастливым. Почему они возмущаются? Конечно, так проще. Потому что ныть, жаловаться и возмущаться всегда проще, чем пойти и сделать то, что ты хочешь по-настоящему. Это так же тупо, как вообще просто пойти против природы. Это так же глупо, как возмущаться, почему кошка мяукает, а не лает, как собака. То есть это так же глупо. Ты можешь хоть обвозмущаться, от этого твоя жизнь никак не изменится. От этого так и будут мужчины, которые будут получать женщин, причем самых лучших женщин, а ты будешь смотреть на них со стороны и завидовать, возмущаться, злиться, обижаться, искать себе объяснительные конструкции, что типа, ну нет, просто он богатый, или там просто она то-то, она то-то. То есть вместо того, чтобы спросить себя, какого хрена я ничего не делаю до сих пор. И если ты пересмотрел кучу моих видео, но так и не можешь заставить себя выйти в поля,
Если ты приобрел все мои курсы по распродажам, смотрел все онлайн и так далее, но так и не можешь заставить ничего себя делать. Если тебе страшно, глядя на красивых девушек, что они тебя пошлют, что ты не знаешь, что сказать, что как это так, а с какого боку подойти, если для тебя это целая проблема. Если ты боишься выглядеть глупо. Если тебя все время парит, что же подумают о тебе окружающие, если вдруг ты решишь познакомиться с какой-то девушкой. Если ты переживаешь, что у тебя что-то не получится. Если даже ты пробуешь что-то делать, но после первого же отказа, после первой негативной, как тебе кажется, опять же, реакции, тебя просто буквально парализует, и ты не можешь делать дальше следующие подходы и упражнения. Если ты зовешь с собой в поля своих друзей, но вместо того, чтобы пойти с тобой, они просто смеются и шутят над тобой, но никуда не идут. Если тебе не хватает единомышленников, поддержки и правильного состояния, то сейчас для тебя будет новость, которая просто перевернет твою жизнь, разделит на до и после. Это марафон с 14 по 23 февраля. Марафон, который называется «Шамшурин всегда рядом с тобой». Я долго думал, как же мне на расстоянии телепортировать свою поддержку и помощь тебе. Я все праздники реально об этом думал. И вся фишка моих живых тренингов индивидуальных, либо тренинга-практика в Москве в том, что там есть самое важное, зачем туда едут люди со всех стран, городов, даже других континентов. Я осуществляю поддержку этих людей. То есть с помощью своего голоса, с помощью разговора с ними я их мотивирую, уговариваю, убеждаю, заставляю, вдохновляю. То есть я делаю так, что они, а, могут идти в поля, б, могут делать там задания, несмотря на какие-то возможные препятствия и какую-то внутреннюю ломку. Я могу сделать так, что эти люди наконец-то начинают действовать. Если у них что-то не получается там в полях в процессе, то также своим голосом, своей речью, своей мотивацией я этим людям помогаю, у них включается нужное состояние. Я даю этим людям нужное, правильное состояние. Плюс я нахожусь рядом, а это олицетворение некоего правильного окружения, потому что я уже нахожусь в этом состоянии, я его транслирую, передаю им. И сейчас я нашел способ с помощью этого марафона, как передать его тебе. То есть это мои волшебные пиздюли с доставкой их тебе на дом в твой город. Причем этот марафон будет стоить в 10 раз дешевле, чем живой тренинг-практика в Москве. 10 дней подряд вместе с моей голосовой поддержкой у тебя в телефоне ты будешь делать техники и упражнения. Очень простые, очень понятные, очень примитивные, для того, чтобы через 10 дней ты мог легко и комфортно общаться с самыми красивыми девушками своего города. То есть точка А – это сейчас, и точка Б – ты будешь идти за ручку с красивой девушкой и сам себе будешь за это безмерно благодарен и немножечко будешь благодарен мне. Как все будет происходить? Значит, ты регистрируешься в Телеграме в двух моментах. То есть есть чат в Телеграме, где ты будешь общаться с единомышленниками, с кем-то из них даже встретишься в своем городе, потому что народу будет достаточно много. И второй момент – это специальная группа, специальный канал в Телеграме, в который я буду присылать тебе свои голосовые сообщения. Как это происходит? Значит, утром я отправляю тебе голосовое сообщение, которое правильно настроит тебя на день. В течение дня ты будешь еще получать от меня голосовые сообщения. Ближе к вечеру я отправлю тебе сообщение для того, чтобы замотивировать тебя и вдохновить тебя идти в поля. И ты сможешь туда пойти, ты сможешь себя заставить. Потому что у тебя будет полнейший эффект присутствия, что я нахожусь рядом с тобой. Далее в полях я буду тебе голосом рассказывать, как нужно делать упражнения, что может быть, что не может быть, что точно не случится, чего бояться не стоит, какие-то нюансы, какие-то всякие особенности и мельчайшие моменты. Дальше я тебя замотивирую пойти и начать делать эти упражнения. Если будет какой-то отказ со стороны девушки, и ты застопоришься, ты включаешь специальный аудиокаст, который я тебе присылаю голосом в этот же на телеграм-канал. После этого, во-первых, отпустит сразу же, а во-вторых, ты сможешь пойти дальше и сделать нужное количество, нужный объем упражнений. Напоминаю, что упражнения максимально просты. Они просты до такой степени, что весь дискомфорт сведен к минимуму. Но уже выполняя каждый день, это будет всего лишь где-то час времени занимать у тебя. Выполняя эти практики, ты будешь каждый день ощущать все больше и больше положительного отклика со стороны женщин. И будешь еще больше верить в себя. У тебя будет полнейшее ощущение того, что ты проходишь у меня
персональный, индивидуальный, живой тренинг, потому что я буду постоянно находиться рядом. Плюс ко всему, ежедневно, в определенное время, которое мы обговариваем заранее в чате, ты будешь скидывать свои номера телефонов, а я лично и мои коллеги из моей команды будем тебе звонить либо по видеосвязи, либо голосом и мотивировать тебя на выполнение упражнений и заданий. Это максимум, что я мог придумать для того, чтобы телепортировать свою поддержку тебе в твой город. И у тебя обязательно получится, потому что тебе нужно правильное состояние, я введу тебя в это правильное состояние. Тебе нужна поддержка единомышленников, она у тебя будет, потому что в этом чате будут общаться с тобой вместе твои единомышленники. И самое главное, тебе нужна поддержка тренера, то есть меня. Итак, жду тебя на марафоне. Все подробности и ссылка под этим видео. Записывайся, бронируй места. С 9 по 13 откроется окно продаж. 14 мы уже стартуем. Все, увидимся, пока.